Аким области встретился с заместителем председателя Мажилиса парламента Данией Еспаевой, депутатами Жолдыз Сулейменовой и Казыбеком Алишевым, прибывшим в наш регион с рабочим визитом. Асхат Шахаров рассказал о показателях социально-экономического развития области, принимаемых мерах по ликвидации последствий паводка. Участники встречи обсудили вопросы обеспечения жильем пострадавших от половодья жителей, строительства новых домов для них, поддержки аграриев, работу общественных штабов. Отметим, в настоящее время в Айтекибийском, Иргизском, Хабдинском, Мугалжарском, Темирском и Уилском районах строятся 517 домов. Также в Актубе и упомянутых районах запускается готовое жилье. Более 350 семей уже переехали в новые дома. В ходе рабочей поездки депутаты Мажилиса посетят районы, пострадавшие от паводка, и встретятся с местными жителями.